Дорогой Сашок, ты спрашиваешь меня, как после такого юбилея, 20-летия протирания штанов простым клерком, я смог мгновенно сделать карьеру. Это чудо. Мучился я. Мучился. И решился таки пойти к экстрасенсу. Так, что у вас? Порча, сглаз, наговор, снять, наслать, возврат долгов. Ну что вы, какие долги? Да, действительно, что у вас можно одолжить? Повышение по службе. Господи, вы просто ясновидящий. Да ладно, работа такая. Фотография начальника с собой. Да, у меня с собой вот этот с щелкой, вот с квадратной мордой. Это он. Его зовут? Семен Семенович. А вас? Сидоров Петр Иванович. Семен Семенович и Петр Иванович. Семен Семенович. Просто важно не перепутать здесь. Это я призываю энергию открытого космоса. А. Это недолго. Ожог. Так. Завтра же получите повышение. Петр Иванович Сидоров. Петр Иванович. Нет, Петр Иванович, это я. Это Петр Иванович, Семенович. Ой, я ему говорю. Петр Иванович Сидоров. Твой лучший работник, Семен Семенович. Семен Семенович, я говорю. Без Петра Ивановича ты не можешь жить. А с Петром Ивановичем можешь. Дай ему место, которое он заслуживает. Завтра же, Петя, это ты, Петечка, Петруша, он Петру. Петя, Петечка, Петруша. Ладно, потом допишу. Бегу! Бегу, Семен Семенович! Лечу, Семен Семенович!